Добрый день. Меня зовут Светлана. Моему сыну Егорке 6 лет. У него аутизм. Это мой первый видеоотчет после общения с Давидом. Мы общаемся с Давидом около 2 недель, и за это время мы провели 4 сеанса. Что хотелось бы отметить, после первого самого сеанса мой ребенок подружился с собакой. До этого случая мы не просто боялись собак, мы их оббегали десятой стороной. Собак, кошек, всех животных. Из животных мы принимаем только рыбок. Егор кормил собаку, пытался нам с ней общаться каким-то образом, гавкал. В общем, проявлял всяческий интерес. Для нас это просто, ну, шок такой легкий. После второго сеанса мы уехали на море на выходные. И в отеле произошел такой случай. Мы пришли на обед, и Егор вместо того, чтобы бегать по залу и баловаться, он пошел со мной, взял себе тарелку и, не давая положить и обслужить его, положить ему еду, сам себя обслужил, сам смотрел, что он будет кушать, выбрал себе еду, положил, более того, даже не дал до стола донести тарелку. Ну, собственно говоря, сам себя обслужил. В последующие дни происходило то же самое. Ну вот, для нас это опять же открытие. После третьего сеанса Егор уехал к бабушке со старшим братом. И вчера бабушка прислала видео, в котором Егор вместе со старшим братом тащит кабачки с грядки домой. Ну, то есть для нас опять же это в диковинку, поскольку, ну, он не просто не кушает овощи, он даже, ну, не дотрагивается до них. Фрукты, овощи для него это табу. То есть мало того, что он организованно помогал собирать эти овощи, еще и принес домой. То есть, ну, у ребенка включилась какая-то такая сознательная работа, помощь. Ну, вот такие у нас успехи. Вчера мы провели 4-й сеанс.